Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше приключение в World of Warcraft, и решил я сегодня поврываться за Паладиныча. Хочу ему, покачать, скажите мне, я вам скажу, с 90 до 100 добить, ну и начать там строительство гарнизона, чтобы все было четенько. Так. Ну, ролик это все понятно, мы его уже с вами видали и не один раз. Когда разбойника качали, когда охот. Все это дело мы с вами. Так, собственно, вот мы уже и по ту сторону темного портала. Значится, сразу квесты мы принять. На тебя. Конечно. Как же без этого? Получите. Кстати, у меня даже пухи нет нормальной, ё-моё. Я ж тут с допотопной пушкой хожу. Это вообще не камильфо. Так. Письмо есть. Продолжить. Бойся, завершить. Принять. Прикроем. Побежали. Ух ты, кто-то тут даже на меня напасть решил. Получай. Прохилка пошла. Блин, побыстрее бы какую-то пуху новую выбить. Было бы... Как нельзя, кстати, даже хотя бы зеленую. Вы странные чужие, эти железные трусы питали наши силы. Террен Кроу. Они пожалеют об этом. Так. Совет теней благодарит вас. Быстрей сюда! К сожалению, летать мы не можем пока. Ну, опять же, я думаю, сможем летать только после того. Гул'дан питает портал. Смотрите, портал слабеет. Так, пробиваем. Держать. Продолжайте. Возвращаемся. Скорей. Здравствуйте. Завершить. Поехали. Обязательно. А я думал, человечество. Так, врываемся сюда. Здесь, собственно, Гул'дан. И портал падет. Так. Уничтожили раз. Уничтожили два. Ромаш заплатит за свою дерзость. И еще разочек. Оковы слабеют. Хорошо. Я буду свободен. Да. Так, духи, лежать. Отправляйтесь все, давайте. Далеко. Воу. Не помешало бы прохилиться. Ну. А, вот еще руна, ё-моё. Я чуть не запалил сразу ее. Окей, возвращаемся. Возвращаемся, конечно, атаковать так. Да жестко. Ангарчик. Что у нас здесь? Ох ты, ё-моё, 505-й топор. Вот эта тема. Одеваем. 505-й двуручный топор. Моё почтение. ПВЕ. Так, принять. Почти разгромлен. Их жертва не должна стать напрасной. Окей, отступаем. Сколько у него? 93, а у темной скорби 52. Ну, ё-моё, в два раза. Сюда! Хлоп, две плюшечки выдал. Еще жменю и всем остальным. Красавец. Так. Созерцай. Завершить, берем новый. Побежали. Скоро сюда явится вся железная орда. Так, нужно сжечь герой хижины. Плюс еще. Остальные эти квесты. Уйти через скорей.
на помощь! Так, получай. Вышечку закинул в бороду. Свободен, дядя. Много крови. Вряд ли бы мы долго продержались. Так, а мне еще нужно поджигать их хижинки. А где их найти? Хрен его знает. Ладно. Тут вроде бы нет. Угу. Так. Освободи нас! Клетка. А это что такое? А, о, как она. Понятно. Все предельно ясно. Еще свертухи. И добили. Хорошо. Так, на маунта запрыгнули. Ай-яй-яй, забыл освободить. Неважно, кто ты, спасибо. Так, вперед и с песней. А куда нам, собственно? Ага, наверное, я думаю, куда-то сюда можно забуриться. Так, значит, бежим мы. О! Еще один небольшой лагерек. Пух, мы их сейчас все подожжем. И еще раз, и еще разок. Так, паренек, ты отдыхай. Отдыхай и не надоедай. Куда он? А, он в воду прыгнул. Ох ты, ё-моё. Так, значит, еще нужно нам найти с вами две хижины, чтобы все это дело спалить. Окей. Покрутили педали дальше. Блин, а где их найти-то? Еще несколько хижин. Во. А вот, собственно, и несколько хижин. Ё-моё, хотел по привычке уйти в ваниш через X, но забыл, что я за палыча сегодня. Бобух. Так, надо, короче, бафнуть себя. Кто не делает это. Что мне тут лапти всякие пытаются отдать по лицу. Хорошо, значит, все мы это дело подпалили. Ну вот теперь мы точно можем сваливать. Летим, летим, летим дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ходу, ходу, ходу. Так. А вот мы уже и на месте. Это дикие земли. Замечательно. Боктар, герой. Здравствуй. Смотри в оба. Так, подождите, что-то получили. А получили мы с вами набедренники. 506-е. Одеть. Сохранить. Так, браток, let's go вместе. Орёк. Да-да-да. Это мне по нраву. С помощью магии крови. А этот орёк всё-таки ещё и подземелье одном. Повезёт, ну, не в одном, в одном из... Раньше, чем они совершат ритуал. В одном из крыльев в стаделе адского пламени. Мы здесь, трусы! Сюда, бейтесь с нами! Жёстко он их. Молоточек в баню. Так, замечательно. Я вас вижу. Ой-ой-ой. О, как килл рога, ого.
лям с лишним. Так. Уничтожаем. Раз. Ой-ой-ой. Не дают прям нам нормально все провернуть. Похоже, Кадгар и все остальные уже в пути. Наша работа замечательно. Почти завершена. Сейчас уничтожим еще последний. Я до вас доберусь, чужаки. Уничтожаем. Смотри. Хорошо. Так, все. Ой-ой-ой. Я забыл, что я не разбойник. И так мне лучше не сваливать. Потому что можно и убиться. Ненароком. Так, вперед, вперед, вперед. Бежим в сторону моста. А там дальше мы с вами разберемся, что нам делать. О, можно на маунта наконец-то сесть. Погнали. Кровожадный остроклюй. Похож на милого попугайчика. Так, завершить, принять. Сперва разберемся с мостом. Ну давай. Пу-пу. Так, серьезно, а он пошли. Кангар мы здесь уже такой взрослый, не такой, как в фильме он был показан. Созерцай. Маленький паренек. Береги себя. Конечно же, как по-другому-то. По-другому никак. Так, ох ты, ё-моё. Получай. С вертушечки. Свободно. Так, заряжаем. Что происходит, Экзарх? У нас гость. Возможно, наш спаситель. Невозможно. А 100%. Шаман, мы уйдем через холмы. Так, замечательно. Ну, ребятишек спасли. Предсказатель Дректар. Да, серьезно, однако. Так, Дректар, что это у нас? Неплохо. Наш клан гордится тобой. Берем. Кстати, можно было бы на защиту так поставить. Я не уверен, конечно, будет сыпаться ли на защиту, но посмотрим. Мы справимся с этим. Мы не можем принять вечно. И поехали. Идите за мной, не отставайте. Арена для боев. Может, это ловушка, но мы хотя бы умрем с честью. Этот палач ничего не знает о чести. Так, ну а вот и Каргат Острорук собственной персоной. Вы на моей арене, чужаки! Уйдете отсюда победителями! Или умрете здесь! Убейте сотню или умрите. Окей, не вопрос, убьем. Убьем и сотню. Так. С этим не должно у нас возникнуть никаких проблем. Можно нам даже крылья заюзать и косить их всех пачками. Я особо за Палыча своего не экспертный такой прям игрок, поэтому, может быть, пачками я погорячился, но вот все равно уничтожать потихоньку, помаленьку, это мы можем. О, кстати, я насчет лечения как нельзя кстати заюзал. Что он меня там уже пытается разложить. Давайте пару вспышечек света. Мана позволяет.
Все, теперь вертуханом им всем. Молот пошел, родной. Бух, еще раз вертушкой. И еще разочек. Стоять. Так, там у нас уже он 99. А, не, не 99, что я. Ошибся, мальца. 97, 98 и... Я вечно могу смотреть на вашу крысиную возню. Да. Прости, но у нас нет столько времени. Уходим. Фрост снова пошла такая, причем супер прокачанная. Я насчитал лишь 99, маг. Значит, закончим в другой раз. За ними! Не дайте им уйти! Так, ну а быстрее, тут у нас пещера. Пещеры, пока они не оттаяли. Угу. Окей. Далее. Ага, там сейчас сам вал будет. Здесь мы это мы знаем. Вам с Аулином нужно осмотреть пещеру. Так, давайте отхил. Как пожелаешь. Замечательно. Берем, значит, квеста. И понеслась. Вперед, вперед, вперед. Что мне нужно? А, мне нужно, по-моему, просто этих чуваков уничтожать. И все будет замечательно. Если мне память не отказывает, то мне... Ага, все-таки отказывает. Не сюда куда-то мне. А нет, все-таки почти правильно. Или же все-таки нет. Хрен его знает. Ладно, сейчас побегаем, поищем, делает такое житейское. Свободен. Туда же. Хоба. Да, вот он, Дриней, которого я и искал, собственно. И молот в башню. Кто здесь? Спокойно. О, слава свету, я не мы одна, свои. Надо торопиться. Да-да-да, пойдем. Командует некий Нирзул. После гибели своих командиров Нирзул начнет искать нас. Ах, блин. Я себя хотел полечить. Так, ну а мы, собственно... Ой-ой-ой, не то. Койоты, вы чё? Волчки что спутали маленько. О, я вижу наверху твои друзья. Да-да-да. Добраться туда. Сможешь? Окей, хорошо. О, слушайте, это кто-то серьезный такой. Юзаем крылья на него. То он прям адски силен. 40 косарей у него. Так, я лучше из войд-зоны выйду. От греха подальше. Все, хорош, да? Да. А, хотя нет, еще один кто-то остался. Койоты. Получайте. Да защитит нас. Завершить. Я знала. Это у нас что? Что ты придешь. Шлемик. Ах, в любом случае. Придется идти за следующим сохранить. Так, кто у нас здесь? Бах. Ай-яй-яй. Получай еще вертуха. Еще одна. Как же без нее?
Ой-ой-ой, что-то у меня ХП вообще слабенько. А, давайте, четверка. Прохилим все это дело быстро. Кстати, вот это мне как-то понадежнее что-то кажется. Хорошо. Вечное солнце направляет нас. Согласен. Время бесценно. Двигаем дальше. Я отведу эту дрянейку назад к Адгару. Не дай орку открыть портал. Конечно же. Мы приведем подмогу. Гость из портала. Именно. Из тебя выйдет отличная жертва. Ну, насчет жертвы не уверен. Вэшечка, раз в бороду. Еще разок. Пустота поглотит тебя. Так, надо отойти. Подойди поближе. И сгори. ФВ. Четверочка для отхила пошла. Это мы дело любим. Нерзул, молоток. Помоги мне. Ну, конечно, как же без Нерзула. Ничтожество. Так, а мы уже тем временем едва успели. Вышли на... Мы пойдем дальше. На финальную. Конечно, конечно же. Куда ж еще нам идти? Как только не впасть к чудовищу. Так. Давайте. Ага. Завершить. Почти этих солдат. Далее. Поехали. Отслеживание сразу же запускаем и вперед из песни. Оружие клана, да? Странно, я точно в ПВЕ. Ой, боже мой, в ПВП. Потому что что-то не срабатывает у меня баф на 30 скорости. Или я гоню? А, нет, все срабатывает. Это мой косяк. Все там нормально, все там хорошо работало. Раз. Два. Хорошо. О, тут много всего можно насобирать. Собираем. Где еще? О, вижу, где еще валом. Бля. Че они так прям сразу вышли? Блин, ну вы шутите, а? Я ж только-только вас завалил. А вы прям вылезли сразу. Вообще не вариант. Минус один. Минус второй. Хорошо, собираем. Один есть. Второй есть. Раз. Два. Ешечка. Единица. И добивной в голову. О, надо за вот такие штуковины сражаться. С них больше всего нам дропается. Так, ешка. Пробивной молотком. Эх, второй молоток еще на КД. Раз. Давайте вспышки света резче. Все, отхилили. Норм. Благодарю. О! Надо же. Блин, только один, я думал. Жменьку подкинут. Как же я ошибался-то? Опа, 6 штук, замечательно. Сваливаем. Что это? Что-то
там происходит? Все нормально. Гнев земли дарует этим героям свою защиту. Так, ладно. Вперед, северные волки! Отомстите за смерть вождя. Так, стоять. И восстановите честь клана. Все замечательно. Поехали. Вы трое, следуйте за героем и ждите моих приказов. У меня есть план. Так, сюда. О, какой жесткий паря. Мы в твоем распоряжении. Лови стан. А насколько он, кстати, секунды на 3, да? Оглушает цель на 6 секунд, но что-то явно там было и близко, не 6. Ну ладно. Дело-то такое, житейское. Хлоп. Еще разочек. Там комрады мои со мной, они мне помогут быстренько их раскочегарить. Бух. Кстати, надо бы прохилиться. То как-то стрёмно все это дело. Хорошо. Давайте, значит, бугаёв этих тоже развалим. Серьезно. Свободен. Так, идем дальше. Сюда. И на бугайчика можно сесть. Сейчас как он только... О, пошел, да? Хлоп, свободен, отдыхаешь. О! Сильно он. И с вертухи всем так. Хлоп. Что тебе нужно? Что ты говоришь? Так, нас стоп. Очень мало времени. Командир. Все на возвышенность! Окей. Прыгаем на пепел. И ходу. Сейчас тут все зальет. Прислушивайся. Так, Кангар там свалит. Эта земля зовет тебя. Хорошо. Берем еще от здесь. Настроение. Два квестика. Пивка не хочешь. Ну и норм. Что ж, друзья мои, думаю, на сегодня можно остановиться. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И встретимся с вами совсем скоро.